понятно, и куда. И куда. Кем надо заложить? Пока вас не было. Сегодня в Бахчисарае в доме политузника, экс-координатора Крымской солидарности Сервера Мустафаева, местная общественность, старейшины, активистки и родственники политзаключенных собрались для коллективного написания писем в неволю. Инициатива написания писем проходит во всех уголках Крыма. И также сегодня в Бахчисарае мы написали письма узникам, которые находятся в неволе. Мы написали письма всем политзаключенным Крыма. Накануне приговора Наримана Джиляла и братьев Ахтемовых мы подписали им открытки со словами поддержки. На днях получила письмо от нашего политузника Юсейна Куку, нашему джемату, с поздравлением с праздником Курбан-Байрам. Письмо немножечко, конечно, видимо, задержалось по дороге. Шло долго, вот на днях только получила. Конечно, очень была рада этому письму. Прочитать это письмо без слез невозможно было. Вот хочу поделиться с вами, чтобы вы тоже послушали это письмо, о чем он нам пишет. Хвала Аллаху, что он сохранил наш народ в 1944 году от полного истребления во время сталинских репрессий и депортации. Когда половина народа погибла, дал нам еще один день, шанс. И оставил мусульманами. Им было неизмеримо трудно, нашим бабушкам и дедушкам. Они были на краю гибели, но и тогда были среди них смелые люди, которые боролись за возвращение в Крым, за сохранение нашей культуры, религии, обычаев и традиций. Об этом нужно рассказывать нашим детям, молодому поколению, чтобы они брали пример стойкости и терпения с них, не падали духом и не боялись борьбы за свои права. Хочу поблагодарить всех, кто помогает нам и нашим близким в течение всех этих лет. Пусть Аллах вознаградит вас великой наградой и ведет джаннат без отчета. Дуаларымыз ярабе кабул.